Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. В этом уроке очередной шаблон одежды, штанов. Хорошо подойдет, например, для какого-то интернет-магазина, если нужно очень быстро на штаны повесить какой-то цвет или картинку. У нас имеется один макап, один шаблон. Это значит, нам не придется тут что-то возиться, мы просто можем с легкостью заменить цвет абсолютно на любой данных штанов или придать картинку, абсолютно любую картинку. В данном шаблоне есть два вида штанов, то есть в таком развороте и вот в таком. Данный шаблон вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании этого видео. Когда вы скачаете данный шаблон, запускаете данный файл, это у нас PSD-исходник, нажимаем ОК. Изначально это выглядит так. Здесь в правой части мы обращаем внимание на слои, первую папочку мы сворачиваем. Если мы отключаем глазик, это у нас первая фигура, а вторая по умолчанию выключена. Если включаем, разворот здесь другой. Итак, давайте попробуем здесь сменить цвет. Разворачиваем папочку. Сразу находим здесь зеленый цвет. Кликаем два раза левой кнопкой мыши по зеленому цвету. И вот таким вот образом вы видите визуально, очень легко мы можем сменить оттенок на свой. Далее. Отключается задний фон. Если вам не нужен задний фон, очень легко. Вот таким вот образом. Или же вы можете наложить туда любую другую картинку. Давайте посмотрим, как наложить узор. Например, у нас есть готовая картинка. Давайте отключим второй вариант штанов и включим первый. Раскрываем также картинку. Мы можем также здесь сменить цвет. Вот розовый цвет. Или выше у нас есть вот такая вот картиночка, смарт-объект, с маленьким таким квадратиком на углу. Мы два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем. Окей. Открывается в новой вкладке наш слой. Я беру заготовленную картинку с компьютера, просто перетаскиваю мышью, размещаю в данном слое. Здесь самое главное, данный слой полностью заполнить нашей картинкой. И разместить ее так, как она будет смотреться лучше всего. Далее мы нажимаем файл сохранить, переходим в наш общий слой, и вы видите, как легко и просто картиночка встает сразу на штаны. То есть не придется здесь что-то ластиком подправлять, все будет смотреться хорошо. То есть вот таким вот легким способом мы можем добиться очень красивого результата. Так, если вы хотите сохранить в очень хорошем качестве, вы переходите в файл сохранить как. Далее вы вот здесь выбираете JPG, нажимаете сохранить, здесь оставляем качество 12, наилучшее, и окей. А если нужно сохранить для интернета, для сайта, нам нужно картинку оптимизировать, чтобы она не была тяжелой. Для этого мы выбираем файл, экспортировать, сохранить для веб. Здесь мы выбираем качество очень высокое, с качеством 80. И смотрим, чтобы размеры не очень были большие. Но в данном примере у нас не очень большие размеры. Здесь уже вы смотрите под ваши нужды, убавлять или нет. И точно так же, если вы задний фон отключали, и вам нужен прозрачный фон, после этого в сохранении вы вот здесь выбираете PNG-24. На этом данный урок закончен. Если для вас он был полезным, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал. На этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера,
Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.